Добрый вечер. Продолжается прямой эфир на телеканале «Санкт-Петербург». Это полезная консультация с 18 до 19. Ксения Бобрикова, Андрей Зайцев. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Сегодня поговорим о современных методах лечения заболеваний глаз. И у нас в гостях офтальмолог, кандидат медицинских наук Евгений Петрович Гурмизов. Здравствуйте, Евгений Петрович. Здравствуйте, Евгений Петрович. С вашего позволения, как мы договорились перед нашим прямым эфиром, сегодня будем говорить о зрении глобально. Сегодня попробуем рассмотреть и новые технологии, те технологии, которые есть у нас в Санкт-Петербурге, то, чем могут пользоваться пациенты, ну и самые разные заболевания, связанные с глазами, мы сегодня рассмотрим. Поэтому, друзья, все вопросы, касающиеся зрения, вы можете задавать нашему сегодняшнему гостю. Евгений Петрович не первый раз в нашей студии, и не первый раз ему огромное количество звонков, поэтому давайте продолжим консультироваться на глазную тему. Телефон прямого эфира 635-85-72 и адрес электронной почты польза@topspb.tv. После рекламы появится планшет. Евгений Петрович, скажите, пожалуйста, вот если человек ходит в очках, неужели это приговор? До конца дней своих он будет носить вот эти, ну, может быть, уже не ужасные оправы, как раньше были, красивые, современные, но, тем не менее, все равно очки. Я хочу просто, чтобы телезрителям было более понятно, сразу разграничить две группы пациентов. Первая группа – это те пациенты, которым при помощи очков и контактных линз можно исправить зрение. И вторая группа, которым, к сожалению, ни очки, ни контактные линзы не помогают. Если мы говорим о первой группе, то это, как правило, патология рефракции. Сюда включается миопия, то есть близорукость, гипермитропия, то есть дальнозоркость, и астигматизм, так называемая особенность рефракции. И, как правило, конечно же, если пациент хочет избавиться от очков, это можно сделать. При второй группе, как правило, ни очки, ни контактные линзы, они, к сожалению, не помогают. И здесь очень важно понять причину, почему не помогают очки и контактные линзочки. То есть выявить, в чем причина снижения зрения. А вот где та грань, когда можно еще корректировать зрение в лучшую сторону? Поскольку, когда, например, у человека появляется минус такой достаточно небольшой, я просто помню себя очень хорошо, когда я пришел в клинику, мне сказали, у вас уже молодой человек минус 0,5, там небольшой астигматизм. Мы сказали, что со временем, вот мы прописываем вам очки, зрение скорректируется. Вот я чувствую, что хуже не стало там за полтора, за два года, но и лучше глядеть вдаль я не стал. Вот где вот эта серединка? Ну, дело в том, что все индивидуально. Угу. И для каждого пациента, скажем так, мы подбираем определенный план лечения. Нельзя сказать, что вот минус один, все идут лечиться, больше, соответственно, не идут лечиться. Поэтому здесь все персонализировано. И если пациенту требуется четкое зрение вдаль, особенно это требуется, скажем, при определенных специальностях, то делают коррекцию зрения и на минус 0,5. Но опять же, это должно быть мотивировано, не должно быть противопоказаний. И, соответственно, если данная операция подходит, то мы рекомендуем. То есть перед этим необходимо полное всеобъемлющее офтальмологическое обследование, которое включает в себя не только проверку зрения, оно включает в себя также изменения, которые мы смотрим на глазном дне, это состояние сетчатки, зрительного нерва. Причем мы используем самые современные приборы, включающие томограф, который позволяет по детально... Томограф для глаз? Совершенно верно. Есть такой томограф, который... грубо говоря, раскладывает сетчатку просто по слоям, и мы видим, в каком слое проблема. Также мы следим за диском зрительного нерва и определяем это все с точностью до доли миллиметра. То есть получается так, что вы, врачи, видите, как видит пациент, практически? По сути, да. То есть если, если раньше были, скажем, такие молодые люди, которые от армии себя... отгораживали, сдвигали. То сейчас мы можем сказать, ну-ка, хватит, давай, будем смотреть. Понятно, хорошо. А вообще, Евгений Петрович, как мы заявляли в самом начале, вы рекордсмен по звонкам, когда приходите к нам в студию, нам подсказывают уже три телефонных звонка на линии. Давайте и к вопросам от наших телезрителей. Говорим первое здравствуйте за сегодняшний эфир. Алло, как вас зовут? Представьте, пожалуйста, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Говорите. Алло. Ой, да-да-да-да-да, кто-нибудь, вот из двух барышень, кто-нибудь, первая, да. Первый, да. Как зовут?
Ну, как зовут? Ну, кто-нибудь, скажите. Кто... Алло. Алло, да-да-да-да, слушаем вас. Ольга, 53 года. Ольга, 53 года, замечательно. Да, мне изначально старческий катаракт обнаружили. Угу. 2 года назад я упала, у меня был инсульт. И было косоглазие. Что посоветует доктор Евгений Петрович? Какие обследования пройти, чтобы не проглядеть уже потом в дальнейшем катаракту? Потому что говорят, что можно изначально уже, изначальную катаракту легче можно лечить. Угу. К чему готовиться, да. Спасибо, Ольга, спасибо большое. Ну, ситуация такая, что старческая катаракта, она возникает с возрастом. То есть после 60-50 лет в хрусталике происходят естественные изменения, которые связаны с нарушением трофики данного части глаза. То есть нарушается его питание, и, соответственно, возникает помутнение. Это старческая катаракта. Если Ольга упала, то здесь может включиться в механизм так называемая травматическая катаракта, но это нужно очень хорошо, как говорится, упасть, чтобы развилась такая катаракта. Но вопросу, когда оперировать? Оперировать нужно тогда, когда катаракта начинает мешать зрению. То есть если раньше действительно говорили, давайте подождем, пусть она немножко созреет, то это абсолютно неправильная концепция. На сегодняшний день, да. Сейчас мы оперируем тогда, когда пациент жалуется на снижение качества зрения. По факту. То есть есть случаи, когда мы оперируем на 80%, на 90% и получаем достаточно высокое зрение. Объясню почему. Потому что при хирургии катаракты у нас есть возможность улучшить зрение за счет того, что мы можем ставить, скажем, хрусталики, которые коррегируют остроту зрения вблизи, искусственные хрусталики. Они могут исправлять астигматизм, который был всегда. Пациент носил очки, а после имплантации хрусталика этот астигматизм уходит. Поэтому для Ольги совет, нужно обследоваться. Как я уже сказал, чем более полную диагностику и на более современном оборудовании проходит пациент. А это вот то оборудование, о котором мы говорили в частности? Да. Как еще раз называется? Компьютерный томограф. Компьютерный томограф для глаз. Да. Специально для глаз. Он назначается, скажем, по определенным показаниям. Понятно, что это не скрининговая методика, вот. Но если у врача возникнут вопросы к сетчатке глаза, к зрительному нерву, мы можем направить и сделать эту диагностику. И поэтому после завершения этого обследования у врача будет уже, скажем так, план действий, и он предложит конкретные меры. Евгений Петрович, а вот то, что у Ольги был инсульт, это не станет противопоказанием к такой операции? Дело в том, что хирургия катаракты проходит... под местной анестезией. Не общая анестезия, она проходит с минимальным воздействием на организм в целом. И, как правило, пациенты, которые компенсированы по хроническим заболеваниям, в частности, диабет, гипертоническая болезнь, постинсультные пациенты, пациенты после перенесенного инфаркта, эти пациенты оперируются при стабилизации, либо при субкомпенсации. То есть профильный специалист смотрит, говорит, да, у вас вот сейчас состояние стабильное, и мы берем, оперируем таких пациентов с минимальным, повторюсь, воздействием на общий организм. Ну что ж, доходчиво ответили, да, на вопрос Ольги, поэтому вот нужно готовиться к полному и подробному обследованию. Спасибо вам большое. Ну, продолжим принимать. Да, 635-85-72, телефон прямого эфира, адрес электронной почты польза@topspb.tv. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, я не очень хочу представляться. Не надо. Но хочу у доктора спросить. Да. Ну, вот у меня такое серьезное заболевание, ретинопатия недоношенных, 3-й и 4-й период. Вот, ну, объясните, пожалуйста, на доступном языке, что это такое. Я знаю, что у меня фиброз стекловидного тела. Вот откуда он берется? И что такое ОЗГМ 2-й, 3-й стадии? Спасибо вам большое. Ну, ретинопатия недоношенных – это патология, которая развивается у, соответственно, недоношенных пациентов. То есть это врожденная история? Это врожденная история. Проблема в том, что у недоношенных пациентов сосудистая сеть сетчатки, она не до конца развита. И когда рождается недоношенный ребенок,
то организм с этой проблемой справляется за счет новообразованных сосудов. А новообразованные сосуды, они, как правило, не всегда полноценны. То есть их стенки патологически изменены. И в результате этого происходит выход жидкой части крови, происходит образование фиброза и тракционного компонента. И, как правило, возникает такая серьезная ситуация, как отслойка сетчатки. Вот. Третья-четвертая стадия, она как раз характеризуется выраженным фиброзом и частичной отслойкой сетчатки. То есть это патология, которая лечится в период, скажем так, неонатальности. То есть в период, когда ребенок, ну, год-два, то есть младенчик, у младенчиков, да. То есть здесь есть определенные показания. Ретинопатия недоношенных проходит определенное количество стадий, и врачи уже определяют, в какую стадию требуется либо хирургическое лечение, либо в некоторых случаях это проходит лазерная терапия, то есть прижигают эти зоны с новообразованными сосудами, то есть исключают их из общей сетчатки. Это вот сейчас во взрослом возрасте? Нет, это делается именно в период тогда, да, младенческом. Да, а вот сейчас что можно сделать, вообще на что можно в плане выздоровления и лечения, улучшения? Сейчас нужно следить за тем, чтобы вот тот тракционный компонент, тот фиброз, он не приводил к отслойке сетчатки. То есть, в принципе, смотрят, если требуется, добавляют лазерное лечение, то есть прижигают сетчатку. И следят за тем, чтобы не развивалась патология вот в центральной зоне сетчатки, в макулярной области. А ОЗГМ – это отслойка задней гиалоидной мембраны. То есть это достаточно такая тонкая структура, по-другому стекловидное тело. И чем более она выражена, тем менее возможность тракционного компонента. То есть эти вопросы, в принципе, нужно обсуждать с лечащими врачами. Они, зная конкретную ситуацию, более конкретно объясняют. Поэтому нужно не стесняться вступать в диалог со своим лечащим врачом. То есть в таком, для нас вообще, да, это темный лес, Ксения, да, когда мы слышим подобный диагноз, но даже в такой ситуации от нашей телезрительницы можно что-то сделать в сторону улучшения, да, я понимаю, да, совершенно верно. Нужно в первую очередь наблюдаться, чтобы не запустить изменения, которые могут произойти. То есть, как я уже сказал, если потребуется дополнительная, к примеру, лазеркоагуляция, ее нужно проводить. А для этого нужно динамические наблюдения. Как правило, раз в год, раз в полгода нужно обязательно показывать. Обязательно офтальмолога. Да, да. Да. Примем еще телефонный звонок до рекламы. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Наталья, мне 41 год. Наталья, у меня целых два вопроса. Значит, первое. Так. Мне постоянно такое ощущение, как будто в глаз что-то попало. Мне брали реснички на исследование, ничего не нашли. Вот что это может быть такое? Так, это первый вопрос, да. Вот, и второй вопрос. За несколько дней мне три врача измеряли зрение, и все сказали разные цифры. Это как бы не постоянная величина? Спасибо большое. Видимо, интересный приборы вопрос. Приборы разные. Да. Давайте со второго начнем. Вот этот эффект, симптом, когда что-то в глаз попало. Ну, вы уже можете поставить диагноз. Давайте. Я не буду сейчас ставить, что же вы вперед, Евгений Петрович. Давайте вот со второго, с этой детективной истории, что три разных врача говорят три разных ответа. Значит, смотрите, дело в том, что насколько разная ситуация. То есть, если это в пределах 0,25-0,5 диоптрий, то это не критично. А вот давайте поинтересуемся, если Наташа на линии, а какие диоптрии? Да, где-то мне один врач сказал, что у меня минус 2, второй сказал, что минус 2,5, а другой сказал, что у меня минус 1,5. То есть наоборот, зрение как бы улучшилось. У меня все время было минус 2. То есть с каждым визитом к другому врачу зрение улучшалось. А это тоже очень хорошее показание. Да, позитивный момент. На самом деле колебание зрения возможно. Особенно это возможно у, скажем так, определенной категории пациентов. У дошкольных и школьных, школьного возраста, когда активно в зрение вмешивается внутриглазная мышца. Так называемый спазм аккомодации, вы, наверное, слышали об этом. То есть, если человек длительное время читает, у него может пойти миопизация. То есть внутриглазная мышца фокусируется на ближнюю точку,
и потом уже не расслабляется. Угу. То есть, когда он смотрит вдаль, у него появляется небольшой минус. Это говорите в большинстве случаев подросткового возраста, да? Да. Вот Наталья... 41 год, да. Но Наталья может год, много работать за компьютером, либо читать много. И в этом возрасте... Как и все, собственно говоря, да? Да, это не исключение. Все, совершенно верно. И в этом возрасте, 41 год, появляется такое физиологическое состояние, как пресбиопия. О чем вы говорили, да. Когда человек с небольшим минусом начинает этот минус терять, и к 45, 50, 60 лет природой положено, что вот эта внутриглазная мышца, она постепенно атрофируется, и, грубо говоря, у человека было минус 2, а к 60 годам стало 0. То есть лучше, а потому что да, он должен был стать дальнозорким, а не стал. А не стал, совершенно верно. А если бы у него не было минуса, он бы носил очки. То есть в такой ситуации у Натальи, во-первых, да, мы предполагаем, понятно, что на 100% говорить ничего нельзя, но мы предполагаем, что у зрения хорошие перспективы, да, что такие данные могут быть абсолютно нормальными в разных точках. Но все-таки кому верить-то, какие очки будут там заказывать? Смотрите, если мы говорим о проверке очков и выписке рецепта на очки, то здесь правильно, прежде чем заказать очки, посмотреть, посидеть в них, почитать хотя бы минут 15-20, насколько они адаптированы конкретно каждому человеку. Это если очки. Да. А если лечение? А если лечение, это состояние в минус полтора. По большому счету, если Наталья не стреляет из ружья и не работает в определенных структурах, где требуется хорошее зрение вдаль, она может просто носить очки либо контактные линзы. У нее вопрос заключался в том, что почему вот такие разные показатели. Как я уже сказал, во-первых, они могут разниться на полдиоптрии, все зависит от прибора, юстировки приборов, поэтому это может отличаться. Это не критично, если всего полдиоптрии разница. А второе, что вот с такой ситуацией, как минус полтора, она требует наблюдения больше. Хорошо, вы знаете, у нее был еще второй вопрос, у Наташи, нашей телезрительницы. Давайте на него ответим сразу после короткой рекламы. Да? Хорошо. Давайте, друзья, небольшая коммерческая информация. Телефон студии 635-85-72. Реклама, после чего продолжим. Полезная консультация снова с вами. Сегодня говорим о современных методах лечения глазных заболеваний. Правильно? Правильно. Правильно. И у нас сегодня в гостях офтальмолог, кандидат медицинских наук Евгений Петрович Гурмизов. Телефон прямого эфира 635-85-72. Адрес электронной почты polisobaka.topspb.tv. До рекламы мы отвечали на вопрос Натальи, которой 41 год. На второй вопрос ответили про разные показатели зрения. А вот на первый еще нет. Нет, вот Наталье что-то попадает в глаза. Вернее, у нее ощущение, что в глазу что-то есть. Да. Вот. И брали на анализ ресничку. Да, вот, совершенно верно. Ничего не узнали. Но ощущение инородного тела или присутствие инородного тела в глазу зачастую маскируется под синдромом сухого глаза. Это бич современных, скажем так, современного общества. Дело в том, что те пациенты, которые длительное время смотрят в компьютер, в монитор, частота мигательных движений сокращается вдвое, и слезная пленка разрывается. Поэтому здесь идет, скажем так, нарушение увлажнения поверхности глаза, и отсюда вот эта жалоба. Сухость, да. Отсюда. То есть можно помочь, наверное, в такой ситуации как-то терапевтически, что ли? Да. Назначаются капельки, заменители слезы, стабилизаторы слезной пленки, но, опять же, здесь нужно именно убедиться, что это именно эта проблема, то есть нужно прийти к врачу, чтобы он провел определенный тест, посмотрел, что слезная пленка нарушена и, соответственно, прописал лечение. А то можно прокапать совершенно другое заболевание. Абсолютно. Но, конечно, нужно быть уверенным. Давайте про новую технологию. Да, Евгений Петрович, вот какие сегодня современные технологии вот именно в операциях, может быть, лечения вот глазных заболеваний? Да, потому что мы очень часто говорим о зрении, о лечении зрения, а о том, что появляется нового, и вот готовность наша внутренняя коррекция. Но все точно знают лазерная коррекция, вот все знают. На самом деле, я уже говорил, что офтальмология – это самая наукоемкая специальность. Дело в том, что благодаря тому, что у нас в глазу находится много прозрачных сред, мы имеем возможность использовать лазерные методики лечения, и в частности вот лазерная коррекция проводится при помощи эксимерного лазера. А относительно недавно, для медицины это где-то 10-15 лет, это все-таки недавно, появился новый лазер, который называется фемтосекундный. Это коротковолновый лазер, длина волны его составляет 10 в минус 15 секунды. Вот. И за счет того, что
у него очень короткая волна, мы можем создавать энергию в заданной точке с долей до нанометра. Фантастика. Да, совершенно верно. И за счет того, что в зоне воздействия лазера создается так называемые микропузырьки образования, микроковитация, мы можем четко провести заданную глубину, заданную форму. И, по сути, здесь идет не резка тканей, а расслоение межклеточного пространства. То есть, по сути, без повреждающего действия. И вот новая методика лазерной коррекции зрения называется фемтолазерная коррекция. Когда крышечку на роговице формирует лазер бесконтактно. Это при каких заболеваниях вообще, с какими диагнозами? Это при то, что я сейчас говорил, это применяется при лазерной коррекции зрения, то есть миопия, гиперметропия, астигматизм. Угу. Кроме того, фемтолазер применяется еще при хирургии катаракты. Вот, я намекал, думал, применяется или нет. Да, он применяется при хирургии катаракты, но, значит, какая здесь особенность? Этот лазер позволяет проводить все разрезы. Он позволяет дробить хрусталик. Все это делается прецизионно, то есть с высокой точностью. Все это позволяет персонализировать, то есть сделать индивидуально все разрезы для каждого пациента. И по сути уже технология становится не просто улучшить зрение, а сделать его максимально возможным. Кроме... И реабилитационный период же, наверное. Совершенно верно. Уменьшается во многом. Вот. Поэтому сейчас лазерные методики в офтальмологии, это, конечно, очень современно, это очень эффективно. И вот последняя конференция, которая проходила в Барселоне, мы принимали там непосредственное участие, показала, что во всем мире постепенно переходят к фемтолазерным технологиям хирургии. И она уже стандартную технологию за границей полностью оттеснила. Да. Спасибо за большой ответ. Да. Польза собака, topspb.tv, адрес электронной почты. Вот вопрос от Петра. Здравствуйте. Есть ли минусы от ежедневного ношения контактных линз? Чем может быть чревато, когда ты носишь каждый день? И заранее благодарю за ответ. Вот. Петр, прочитали. Там же разные вообще, в принципе, линзы. Спасибо за ответ. На самом деле очень актуальная тема, потому что очень много людей, кто носит контактные линзы. И сейчас последние данные Всемирной организации здравоохранения показали, что, к сожалению, при длительном ношении контактных линз возникают достаточно серьезные проблемы воспалительного характера. То есть это приводит к травматическому повреждению поверхности роговицы. И могут развиться такие серьезные воспалительные болезни, которые снизят зрение безвозвратно. То есть особенно это касается акантомебной инфекции, которая непосредственно, скажем так, обитает на поверхности линзы. И, по сути, сейчас склоняются к тому, что гораздо безопаснее, гораздо эффективнее в экономическом плане провести лазерную коррекцию, нежели чем постоянно носить контактные линзы, потому что, как правило, пациенты нарушают режим, скажем так, обработка линз. Ну, да. И какие они не были бы идеальные, да, хорошие, да, фирмы, да, это все, да, равно натирает, да, и да, да, это дискомфорт. Да. Поэтому здесь исходит из того, что лучше именно вот этот момент перебороть психологический и сделать хирургическую коррекцию, чем постоянно подвергать свои глаза угрозе серьезных инфекционных осложнений. А в среднем, вот сколько держится результат после лазерной коррекции? Я просто спрашиваю в том ключе, что технологии шагают, вы говорите о новых технологиях, да, да, в плане офтальмологии. Сколько, я не знаю, 10, это 15 лет? Лазерные коррекции показаны от 18 лет до 45. Объясню почему. До 18 лет глаз еще развивается, и мы не знаем, какая конечная рефракция его. А после 45 лет происходят те объяснения, изменения, которые мы с вами обсуждали. Но если мы вот в этой елке существуем, результат на сколько лет? Он стабилен. Стабилен. Стабилен, да. Если пациент не провоцирует эти изменения, скажем, чрезмерная работа за компьютером без физиологического режима. То есть, помните, спазм мышцы, я говорил. Вот если это происходит, но, как правило, мы объясняем, что нужно правильно
вести себя за компьютером, и таких проблем не возникает. Режим. Да, да. А вот, опять же, Евгений Петрович, если что, поправьте, если что, нет. Вот я слышал, что лазерную коррекцию нельзя, допустим, делать женщинам, не рожавшим. Поправляю. Значит, все дело в беременности и связанных с этим гормональным изменением. Поэтому если пациент, в частности пациентка, планирует, у нее запланирована беременность, то после года после рождения ребенка мы не рекомендуем проводить лазерную коррекцию. Потому что гормональный фон может изменить именно состояние роговицы. Если пациент ближайшие год не планирует беременность, то она может спокойно делать лазерную коррекцию. Еще маленький вопрос, извините, тоже, если что, поправьте. А вот с каким минусом уже точно на лазерную коррекцию не возьмут? Есть какие-то тоже ограничения вот да, здесь? Да, здесь хороший вопрос. Здесь помимо минуса есть еще одни ограничения, связанные с толщиной роговицы. Угу. Лазерная коррекция делается за счет того, что мы меняем кривизну роговицы. И, грубо говоря, если в среднем толщина роговицы составляет 550 микрометров, то для того, чтобы убрать, скажем так, минус 10 диоптрийность, требуется снять порядка 170 микрометров. И если у нас остается критичная толщина роговицы, то мы не можем ее снимать, потому что впоследствии будет развиваться так называемая эктазия, то есть ее выпячивание. Угу. Поэтому здесь мы исходим первое из рефракции минуса, и второе из изначальной толщины роговицы. Почему придумались фемтолазерные технологии? За счет фемтолазера мы можем сделать минимально тонкий лоскут, тем самым сохранив большую остаточную часть роговицы. Вот. Я тоже за эти технологии. Поняли, хорошо. Друзья, 18 часов 30 минут, время короткой рекламы. Мы знаем огромное количество звонков, мы видим огромное количество писем на нашей электронной почте. И наши еще вопросы нужно задать. В общем, мы постараемся все это сделать за ближайшие полчаса. Звоните, телефон 635-85-72. Сразу после рекламы продолжаем с ваших телефонных звонков. Полезная консультация продолжается. Телефон прямого эфира 635-85-72. Адрес электронной почты польза@topspb.tv. Друзья, продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина Леонидовна. Очень приятно. Спасибо вам, Ксения. Очень долго пришлось ждать ответа. Да, Галина Леонидовна, простите нас заранее. У меня такой вопрос к доктору. Да. Скажите, пожалуйста, Евгений Петрович, вот у меня с детства всегда были синие склеры. Мне говорили, что это тонкие склеры. Вот. А сейчас мне 66 лет, и где-то лет 7 назад у меня поменялась радужка. Вместо карии она стала серая. От чего это? Офтальмолог сказал, что это старость. Преждевременная старость. Я старее Ленина. Что? Что-то он переборщил, мне кажется, ваш офтальмолог, лечащий врач. Ну давайте вот, понимаете, два офтальмолога, ну вот они сменные у нас. По голосу-то вам не старше 45, я вам хочу сказать. Выписали мне капельки витаминные, я их капаю. Ну, правильно. Сейчас разберемся. Спасибо большое за вопрос. Ответить. Ну, по порядку, да, начнем? Да. С синих склер. На самом деле есть такая ситуация, даже есть такой синдром в офтальмологии, синдром так и называется, синих склер. Это говорит действительно об более тонкой склере, то есть если в норме склера приблизительно 0,8 мм, то при синдроме синих склер она уменьшается, и через склеру начинают просвечиваться внутренние оболочки. И они создают такой синеватый оттенок. То есть это белок, когда, да, синеватый? Да, да. Склера — это то, что белое, или белок по-другому. Угу. Теперь касательно радужки или радужной оболочки. Дело в том, что раньше хотели производить идентификацию людей по цвету радужки. Угу. И рисунку радужки, то есть тем криптам, которые находятся в радужке. Но было показано, что с возрастом действительно радужка может менять степень окраски. Но синяя никогда не станет, грубо говоря, зеленой в нормальной ситуации. Угу. Это связано с пигментом, который находится в радужке. Когда меняет цвет радужка? При различных воспалительных заболеваниях, то есть при увеитах, то есть при воспалении внутренних оболочек глаза, происходит вымывание этого пигмента, и радужка приобретает, как правило, зеленоватый или грязно-зеленоватый оттенок. Вот. Если
у Галины Леонидовны были синие глаза, а потом стали карие глаза, то, в принципе, это можно списать именно на изменение пигментного листка радужки. Но никак не на старость. Но никак не на старость, да. И, как правило, радикальные изменения цвета в норме не должны происходить. Что мы посоветуем нашей телезрительнице? Что и на что обратить внимание, к какому врачу идти? Фантастика. И нужно ли делать какое-то обследование вот в этой ситуации? Здесь просто необходимо тщательное наблюдение, детальное. Желательно посмотреть периферию сетчатки, потому что при синих склерах, как правило, имеется дистрофический процесс в сетчатке. Угу. Вот. Ну и, соответственно, показываться хотя бы раз в год. Ну не смертельно, что да называется. Нет, да? Фантастика. Я думала, что вот если у тебя карие глаза, то всю жизнь будут карими. Ну вот. Вопрос с почты. Польза@spb.tv. Чем отличается обычный искусственный хрусталик от более дорогого мультифокального? И есть ли смысл платить больше? Мультифокальный, да. Это вообще к разговору о хрусталиках, о новых хрусталиках, об отечественных, об импортных. Да, вот интересно. Кстати, одна из современных направлений офтальмохирургии – это применение так называемых мультифокальных хрусталиков или премиальных линз. То есть хрусталик, линза одно и то же. Поэтому, если я в разговоре упомяну линзу, имейте в виду, это искусственный хрусталик. Значит, современные хрусталики позволяют человеку видеть вдали и вблизи. То есть, по сути, избавляют его от очков после хирургии катаракты. Существует несколько типов мультифокальных линз, но должны понимать одно, что эти хрусталики нужно ставить в тот глаз, который готовы, скажем так, чтобы этот хрусталик работал. Если у пациента есть проблема с сетчаткой в центральной зоне, то этот хрусталик может свою функцию попросту не выполнять. То есть должны быть конкретные показания. Совершенно верно. Вся медицина основана на показаниях. Хотелось бы, чтобы было так. Поэтому если у человека есть изменения, которые не позволят этому хрусталику работать на 100%, конечно же, тут стоит подумать, тут стоит ли переплачивать смысла за этот хрусталик. Но а так я хочу сказать, что процент использования этих хрусталиков в нашей клинике год от года растет. То есть пациенты понимают преимущества, понимают, что дает им этот хрусталик. И, конечно же, если есть возможность использовать более современные технологии, их нужно использовать, но по показаниям. А вообще, насколько велик процент тех людей, которым вот по показаниям они хотели бы и рады бы, и врач бы рад был поставить, но вот не получается? Говорю, что лучше, возможно, не будет. Ну, как правило, это небольшой процент. Он, опять же, объясню, он связан с внутриглазной патологией, и в массе своей, в большинстве мы сталкиваемся с обычной старческой катарактой. А комбинированные случаи, они, как правило, возникают не так часто. Поэтому здесь, опять же, нужно обследоваться, выяснить все, что называется, подводные камни и принимать решение. Все плюсы и минусы, действительно, чтобы операция была не впустую. Хорошо, давайте ответим на телефонный. Да, я тоже хотел бы дать слово нашим телезрителям. Алло, говорите, пожалуйста, как вас зовут? Извините заранее, что мы заставили вас долго ждать. Алло. Добрый вечер. Добрый. Борис Борисович. Борис Борисович, да. У меня такой вопрос будет к врачу. Значит, после применения мази «Звездочка» случайно вот эта эфирная, скажем так, субстанция, которая распространяет эту мазь, достаточно сильно, ну и, возможно, еще фракции этой мази попали мне в глаза. После этого у меня было сильное воспаление, которое потом я от которого избавился, но после этого стало у меня невозможно по утрам открыть глаза. Ну, точнее, не невозможно, а очень трудно. Приходится напрягать мышцы век и, соответственно, даже помогать руками приоткрывать эти веки. Ну, как говорится, такая сухость в глазах. И в это же время ощущается постоянный так называемый песок в глазах. Особенно в правом глазе почему-то. Вот офтальмолог или окулист мне выписал так называемую искусственную слезу, капельки, но они не помогают пока что. Вот что вы можете посоветовать по этому поводу? Спасибо, Борис Борисович, за ответ. Ну, сразу скажу, что вот
эфирные масла от звездочки, они могли вызвать ожог легкой степени. Правильно как здесь поступать? Нужно обильно промыть полость слизистую, конъюнктивы кипяченой водой, либо проточной водой, и показаться. Здесь важно то, чтобы остатки вот этого ингредиента не остались на слизистой. Угу. А вот та ситуация, которую описывает Борис Борисович, она все-таки подпадает, опять же, из его жалоб под синдром сухого глаза. Зачастую этот синдром бывает настолько развитый, что, как правило, одно лекарственное средство не помогает. И существует целый ряд препаратов, идентичный искусственной слезе, здесь правильно подобрать нужный, и, как правило, их нужно комбинировать, то есть не монотерапию проводить, а использовать два препарата. И здесь еще одна особенность – это требует длительного перманентного лечения. Сразу за неделю или за две недели ситуация радикально может не измениться. Поэтому под наблюдением, под контролем врача, но именно идти... То есть это же и относятся ваши слова к тем симптомам, которые вот наш зритель описывал, к механическому, так называемому, открыву, потому что он сказал, ему даже сложно самому открыть веки утром. Да, но это... здесь более выраженная стадия процесса. Ну, мы желаем вам скорейшего выздоровления тогда к врачу на обследование, чтобы вот детально и подробно подобрали вот именно эти капельки. 635-85-72. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина. Марина, да. Очень приятно, Марина. У меня на краю века, там, где ресницы, новое образование. Вот что мне с ним делать? Если удалять, то как бы очень страшно, все-таки глаза рядом. Вот что вы посоветуете? Марин, здесь совет такой, что нужно определиться, что за новообразование, потому что новообразование на образованию рознь. Есть доброкачественное образование, есть недоброкачественное образование. Если это доброкачественное образование, оно не растет, то показание к удалению является косметический дефект, то есть вас не устраивает наличие этого образования. Если же оно растет, то здесь, конечно же, его нужно удалять. А близость глаза, она, как правило, не определяющим является, потому что эти операции проводятся под микроскопом, и мы используем достаточно, скажем так, в некоторых случаях применяются лазерные технологии, криотехнологии, поэтому здесь не стоит переживать, что это очень близко к глазу. Единственное, что, как правило, все, что мы удаляем, мы подвергаем гистологическому исследованию. Узнать, что это все-таки было. Да, поэтому показаться специалисту, желательно профильному специалисту, офтальмо-онкологу, да. И он примет решение, то есть нужно удалять или не нужно удалять. Доходчиво. Друзья, у нас остается буквально 30 секунд до рекламы. Давайте уйдем на небольшую коммерческую информацию, после чего у нас будет достаточно много времени ответить, я надеюсь, и окончательно на ваши письма, на ваши телефонные звонки, и еще наши вопросы зададим Евгению Петровичу Гурмизову. 635-85-72. Реклама, после чего продолжаем. Полезная консультация снова с вами. Правда, начинается заключительная часть программы. У нас сегодня в гостях офтальмолог, кандидат медицинских наук Евгений Петрович Гурмизов. И мы сегодня говорим о современных возможностях лечения глазных заболеваний. Телефон прямого эфира 635-85-72. Адрес электронной почты польза@topospb.tv. Принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Говорите, пожалуйста. Как? Алло. Здравствуйте, меня зовут Варвара Анатольевна. Варвара Анатольевна, очень приятно, да. Да. У меня такой вопрос. Мне 54 года. Угу. Год назад я попала на прием к врачу-глазнику какой-то. К офтальмологу, все правильно, да. К офтальмологу, да. Угу. Вот. У меня падает зрение. Я считаю, что очень редко падает. Я сначала не видела вблизи, теперь я не вижу вдаль. У меня 4 очков. В одних я готовлю, в одних я хожу, в третьих я... читаю, в четвертых я в магазине смотрю там витрины. И врач мне сказал, что это все нормально, это будет продолжаться до 65 лет. Что мне делать? Спасибо. Не вешайте трубку, возможно, будут наводящие вопросы. Насколько понятна вот такая вот ситуация? В принципе, ситуация понятна, и она достаточно часто встречается. Дело в том, что у Варвары Анатольевны, вероятнее всего, гиперметропия средней или высокой степени. Плюс возраст, который говорит о присоединении к этому процессу пресбиопии. То есть
она вдаль плохо видит, а вблизи еще хуже видит. И вот до 60 лет, как я говорил, она будет постепенно набирать плюсовые очки. В этой связи мы очень часто пациентам рекомендуем удалять хрусталик и имплантировать мультифокальную линзу. В первую очередь мы избавляем пациента от гиперметропичного хрусталика, который, как правило, впоследствии при увеличении своего размера может давать проблемы с внутриглазным давлением. То есть у таких людей, да, может повышаться внутриглазное давление. И второе, поставив мультифокальный хрусталик, мы избавим ее от возможности использовать очки для близи. Поэтому, если, грубо говоря, у человека вдаль плюс 3 или плюс 2, он читает в очках плюс 5, это, конечно же, неудобно. Удалив хрусталик, мы позволяем ему вдаль видеть без очков, а если используем еще мультифокальную линзу, то он и читает без очков. За границей, опять же, аналогии проводите, эти операции очень распространены. Здесь просто сознание поликлинических врачей немножко, оно, скажем так, что изменено в том плане, да, что ждем катаракту, тогда оперируем. То есть, вот ждем как раз этого созревания, о котором мы говорили. Да, да. А здесь, по большому счету, ждать не надо. И здесь четкая мотивация. Если пациент хочет избавиться от такого количества очков, это можно сделать. Поняли. Спасибо большое за ответ. Спасибо. Ну и прежде чем мы возьмем еще один телефонный звонок от наших зрителей, хотелось бы вот так вот с вами, нам с вами подытожить наш разговор. Какова вообще тенденция в офтальмологии в современной? Потому что мы живем, мы знаем, что появляются новые какие-то лазеры для нас, для простых смертных. Это, ну, это космос, естественно. Но вот на что для нас будет лучше, если вот мы будем соглашаться на какие-то такие уже, я не хочу даже говорить по операции, процедуры. Вообще, какие тенденции развития? Потому что сегодня то, что мы озвучили, это, конечно, фантастика. Да, и на самом деле это еще и продолжает развиваться, поэтому три основных тенденции. Первое – это улучшение диагностики. То есть я сегодня упомянул о компьютере для глаз, компьютерном томографе для глаз. Далее это все будет развиваться, появляются приборы, которые позволяют отслеживать кровоток в сосудах сетчатки. Уже сейчас есть такие приборы. Поэтому диагностика – первое направление, скажем так, увеличение именно количества приборов высокотехнологичных и бесконтактность этого исследования. То есть, по сути, за определенное время мы можем дать полную характеристику зрительной системы. То есть диагностика – первое направление. Второе – это прецизионность, то есть точность и персонализация, то есть индивидуальный подход к каждому пациенту. Это дает нам вот как раз фемтолазерные технологии, потому что они позволяют с высокой долей точности проводить разрезы, расслаивание, точнее, тканей. И третье направление, которое позволяет, скажем так, усовершенствовать офтальмологию, это использование, конечно, современных приборов, в частности, микроскопов, которые позволяют совмещать прибор диагностических в плане вот хирургии сетчатки, томограф в одной стороне, в другой микроскоп. То есть комбинация, синергизм и, соответственно, увеличение именно направленность на использование вот современных методик. Как здорово! Мне хочется все-таки верить, что когда-нибудь, ну, никто не будет носить очки, если только солнцезащитные. Да. Вот хочется в это верить. Либо для имиджа. Или, да, для имиджа, для серьезности. Кай Герда продолжит полезную консультацию, да? 635-85-72, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло! Да, здравствуйте! Алло, вы в эфире. Говорите, говорите. Слышали вас один разочек? Алло, и все, и замолчали, не пугайтесь. Алло, меня зовут Анна. Анна, очень приятно. Анна, ваш вопрос, пожалуйста. Я хотела задать вопрос доктору. Да. В 2019 году была произведена операция катаракты. Так. Да, в 2019 году была произведена операция катаракты. Дальше. Да.
буквально через полгода появилась какая-то слизь в глазу, внешней части глаза. В поликлинике офтальмолог сказал, что это ничего, все это ерунда. В данной ситуации в 2015 году у меня вот уже зафиксировали катаракта вторичная, которая закрыла зрачок. Я ничего не вижу. Мне сейчас показана операция лазерная. Так. И вот первый вопрос. Откуда появляется вторичная катаракта? И можно ли не бояться вот этой вот лазерной операции? Поняли. Спасибо большое. Да, слушайте, серьезная история. Спасибо, да. Анна. По отчеству не назвалась. Да. Анна, да. Анна. Ну, на самом деле... Что-то пошло не так в результате? Нет, все, скажем так, все стандартно. Дело в том, что вот эта вторичная катаракта – это мешочек, куда имплантируется искусственный хрусталик. Мы не полностью удаляем собственный хрусталик, а оставляем капсулярный мешок, в который имплантируем вот этот искусственный хрусталик. И вторичная катаракта очень часто развивается и зависит от той линзы, того хрусталика, который мы имплантируем. Современные линзы, как правило, имеют такой дизайн поверхности, что развитие вторичных катаракт отсутствует. О каких линзах современных мы говорим? Вот если операция была сделана сейчас в данном случае в 2012 году, то есть уже 2014-2015 года? Дело в том, что есть линзы разных фирм и разных производителей. Есть брендовые линзы, которые... Есть отечественные, есть опять импортные. Же, да. И причем есть разные импортные линзы. Поэтому, если даже развилась вторичная катаракта, здесь пугаться не стоит, потому что лазер уже не фемтосекундный, а так называемый ЯК-лазер, позволит бесконтактно разбить эту пленочку, и, соответственно, вторичная катаракта уйдет. Это делается всего один раз. Делается бесконтактно, амбулаторно, за прибором, и через 10 минут пациент получает то зрение, как правило, которое было для развития вторичной катаракты. То есть то, о чем волнуется Анна, можно, по идее, не волноваться даже в ее таком вот... Совершенно верно. Чем быстрее она это сделает, тем будет лучше. Циклон не боится действовать. Да. Ух, мы желаем Анна, вам скорейшего выздоровления. То, что вы, конечно, сказали, так на слух пугает, но будьте здоровы. Давайте примем еще раз. Следующий, да, телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Да, алло, это Анна. Мы с вами говорили, вы сказали, что меня соедините, и все вперед кого-то соединяете. Подождите, мы с вами говорим же, мы с вами говорили? Да. Ну. Так вот, поговорили же. Анна, это вы? Это Валентина Михайловна говорит. А, Валентина Михайловна, мы с вами прощения. Еще не разговаривали. Здравствуйте, Валентина Михайловна, слушаем ваш вопрос. Вы уже в эфире. Вы знаете, что... Да. Чего знаем, Валентиночка Михайловна, дорогая? Вы знаете, что на том глазу, где мне удаляли катаракту, сейчас образовалась... Вторичная катаракта. Катаракта. Ну, это вопрос Анны. Мой молодой человек. Это вопрос Анны, то есть это... Да, это так... У меня образовалась... Да нет, ой... Меня сбили по телефону. Ну что такое? Давайте, Валентиночка, дорогая, давайте еще раз. Ваш вопрос. У вас вторичная катаракта, да? Не надо, молодой человек. Вы меня сбиваете. Простите, просто мало времени, солнце наше дорогое. Просто мало времени эфирного. Ну давайте я, Валентина Михайловна, объясню, что... Еще раз, да, учу, да. Что если операция проходит стандартно, возможно развитие так называемой вторичной катаракты. Это определяется от... типа хрусталика, который в большей степени мы используем. Если вторичная катаракта развивается, бояться это не стоит. Делается операция, которая называется лазерная дисцизия вторичной катаракты. Делается амбулаторно, делается буквально за 3 минуты, пациенту возвращается зрение и все. А сколько? Вот через он сразу видит? Через 10 минут, фактически, да. Сразу, да. То есть не нужно никакие повязки носить? Нет, нет, это бесконтактно, абсолютно. То есть меняется хрусталик? Не вот меняется хрусталик, вот эту пленку. Пленочка меняется. Капсулярный мешок.
Вот о потрясающих каких-то методиках мы сегодня говорили. Мы извиняемся заранее перед нашими, ну как уже впоследствии извиняемся перед нашими телезрителями, которым не успели ответить за время нашего прямого эфира. Возможно, кто-то что-то не понял, возможно, какие-то вопросы дублировались. Тем не менее, мы желаем всем скорейшего выздоровления. И самое главное, вот как, что мы вынесли из сегодняшнего нашего с вами разговора, Евгений Петрович, что все-таки затягивать, имея сегодня такие технологии, которые есть в Санкт-Петербурге, затягивать все-таки не стоит. Нужно идти обследоваться и не нужно смущаться. Нужно решаться на лазерную коррекцию, на замену хрусталика, вот этой пленочки. Да, самое главное, что это все относительно безболезненно. Да. И ты очень, если, допустим, рабочий человек, очень можешь быстро выйти на работу. Да, да. Тем более сейчас все пациенты, современные пациенты, они предъявляют высокое требование к качеству жизни, и смиряться тем, что вы в возрасте видите плохо, это неправильно. Надо просто понять причину и исправить ее. А потом такой поток информации, а 80% мы получаем через глаза, поэтому мы просто не можем здесь с этим смириться. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. До скорых встреч. Евгений Петрович Гурмизов, офтальмолог, кандидат медицинских наук, сегодня отвечал на наши и на ваши вопросы. Друзья, завтра в полезной консультации будем защищать права потребителей, так что свои вопросы уже можете отправлять на почту польза@topspb.tv. Увидимся завтра в 9:55 уже в беседке. До свидания. До свидания. Всего доброго.